Их детство, опаленное войной. Познать все тяготы того страшного для страны времени им пришлось, будучи совсем юными. Дети войны рассказывают детям современным свои истории из жизни, реальные, правдивые. Прошлых лет им не забыть, но главное, чтобы молодое поколение помнило о том подвиге павших на поле боя, о возвратившихся героях и о тех, кто трудился в тылу. Эту встречу или урок мужества в детском саду номер 50 «Ручеек» приурочили ко Дню народного единства, а также к годовщине Октябрьской революции. К самым юным жителям поселения, воспитанникам детского сада «Ручеек», пришли почетные ветераны Подмосковья, ветераны труда Лидия Александровна Чукина и Нина Васильевна Лаврентьева. Жительницы Огудневского поселения в годы войны места их малой родины оказались оккупированы фашистами. Наш хутор находился на границе России и Украины в 40 километрах от Сумской области. Немцы оккупировали наш хутор в течение 2 лет. Одни уходили, другие приходили. Приоритетное наше направление – это патриотическое воспитание наших детей. Как бы мы стараемся не то, что привить. Мы же все всегда понимаем, лучше можно 100 раз прочитать, но когда один раз услышать того человека, который это пережил, и тебе частичка его жизни остается в тебе. И наши дети это знают. Нина Васильевна Лаврентьева – частый гость в детском саду «Ручеек». Свои уроки мужества она проводит здесь уже не первый год. Также участвует в различных патриотических мероприятиях. Нина Васильевна родилась в Клинском районе Московской области. Ее родная деревня также попала под немецкую оккупацию. Историю детства она передает в стихах, в каждой строке эпизод жизни военного детства. Ноябрь 41-го. И было уж темно. Морозным, снежным вечером вошли фрицы в село. Пришли к нам под церковь, искали Иуду там, евреев. Искали и военных, а также партизан. Теплую одежду содрали у дедов. Еще не пощадили детей и старых вдов. Из поколения в поколение, чтобы помнили своих героев, ветераны передали коллективу воспитанникам детского сада знамя победы Общероссийской общественной организации детей войны. А мальчишки и девчонки порадовали гостей творческими номерами и рисунками на память о встрече. Подобные уроки мужества в детском саду «Ручеек» проходят несколько раз в год. Воспитывать духи патриотизма ребят начинают с самых малых лет. Анна Балиет, Александр Аржевский, телерадиокомпания «Щелково».